Доброго всего времени суток, с вами Тексер. Survival Machine, демка приползла ко мне из Стима. Она там совершенно бесплатно, можно скачивать и пробовать. Сделано с юморком, я, правда, заставочку упустил, она так мимолетно пролетела, но потом, может, на превьюшку повешу. Игра на презренной Лангуяге. Вот такая вот машина, у которой вот на горбятине вот тут можно строить всякое. И, соответственно, собирать вокруг ресурсы, игра с коопом. Мир, ну, он условно бесконечный, то есть он как бы проматывается мимо, машина едет до какого-то этапа. Там потом ворота будет, надо бы что-то сделать, чтобы их проехать. Но я не думаю, что это в демке есть, это так, в общем, смотрел, про что игра. Ночью приходят зомби и нападают, пытаются сломать машину. Если машина сломана, то все, гамовер. А, соответственно, тут ставишь всякие стенки, факелы, пулеметы, ловушки, все. Собирай ресурсы вот вокруг. С учетом коопа это очень даже неплохо. Так, ну что, погнали. Ладно. Коопа в демке нет, если что. Монголы какие-то. А что эти сереговухи? Я пиратского корабля рядом не наблюдаю. То есть простого белого мужика нету. Ладно, буду простым черным мужиком. Так, туториал пропустить. Нормально машина к обрыву едет. Прав между ногу. Игра очень такая упоротая в крафте, конечно. То есть очень быстро ломаются инструменты. Ага. Что мне надо? Палочки кремния. Вот такая машина, и вот тут на хребтине все строишь. А, это уж починить надо. Ну что, пошли, что, чинить. Грибочек. То есть я пока безоружный нуб. Кай. Безоружный нубь. На веточке. Я так понимаю, моим главным врагом будет отсутствие ресурсов. А отнюдь не зомби. Так, молоток я прям в кармане все могу скрафтить. Он зомбак. Ну и что я ему могу противопоставить? А, начать надо с топора, значит. Четыре полена надо. Ну, четыре полена еще топором-то. Я так понимаю, топор-то не оружие. А, я что, обитый? Погодите, он стамину устанавливает. Рогатка. Деревянная дубина. Подождем пока. Зомбак, я к тебе еще приду, ты погоди. Веточек тут наберу. На дубину. Тут еще снизу можно подняться. А, пардон, куда? А, это просто еще снизу подъем, да? Угу, туда же. Только мне доверху еще этаж идти. Да. Так, хаммер, иди сюда. А, это сохранюшка. Так, воркбенч надо построить. Но машина, я бы сказал, не едет. Фабрик скрап надо набрать.
Ну хоть флинтов дофига собираю. Так, а мне надо зомбака чем-то охреначивать. Сдаются мне дубины как раз. А, стиков нет. Стики, 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 стики. Хрена тут зомбаков. Мы так не договаривались, я столько не выпилю. Костерчик. Так, грибы бесполезные. Они стамину восстанавливают. Стамина мне... похрену. Блин! Да иди в пень. Ресурсов нет. Иди в сосиску. Я бегу быстрее тебя. Я убегу. Ну, во всех книжках всегда от зомби убежать можно было. Вот там еще один зомби. Убежал же? Убежал. Так, теперь объясни, почему я дубину не мог. А мы... Это потому что нет деревьев. Ну, мы сейчас исправим. Я так полагаю, машину тоже деревьями топить надо. Ну, или чем-нибудь специфическим, типа древесного угля. Но я сначала хочу дубину. А, вот гаечный ключ светится у того, что можно скрафтить. Так, теперь давайте полученное оружие разместим по слотам. Ты на единичку, ты на двойку. Ну, беспонтовый топор на потом. Итак, талант тут ближе был. Давайте обсудим. Блин, вас двое. Ну ладно. О! Уп! Да пошли вы все, вы тут в кучу сбегаетесь. Ничего так, говорил. А получше тут есть оружие? Это какое-то хреновое. Ага, он... Дерюшка есть. Так, а дерюшку-то я насобирал... А, я впритык дерюшку насобирал. Ну и ладно, впритык, впритык. Сейчас дров еще нахрен начал. О, он еще дерюшку несут. Два раза несут. Так, рогатка. Блин, чтобы вам в War Thunder так прицеливаться. Успел меня? Не успел. Но, в принципе, сойдет. Не пробитие, не пробитие, рикошет, пробил, боекомплект. Ну, неплохо, неплохо. Это, конечно, не Рэмбо, но что-то могу. Так. А, бревен-то нет. Обрадовался. Дерюшку собирал, доволен. Ага. Так, короче, ягодки надо собирать, я ими лечусь. Неожиданно. Угу, все ломается. Все портится. Что мне надо? А, Workbench.
Варгбенч. Варгбенч. Деревянный щит, надо сказать. Ага, захотел деревянный щит. Немножко не еще. Так. А давайте-ка я эту штуку затоплю и посмотрю, что будет. У меня два полена есть? Ну, есть свет. А, мы поехали. Нормально. Игра сохраняет, что такое? Сканер ресурсов. Чертеж какой-то есть, значит. Так, погодите, а где на всем этом великолепии я? Вот тут? Еще какой-то чертеж. Что это? Или вот это я? Какой понятный сканер, а? Я понял. Так, и куда я разослал ракеты? А хрен его знает. Ладно. Что мне нужны? Флинты нужны. Грибы, грибы не нужны, я их собрал, ладно. И брёвна нужны. Полено не... А, нет, не полено. Все нормально. По сканеру я ни хрена не понял, где лежат великолепные чертежи, не знаю чего. Чего вообще-то в округе лежит? У кого он лежит? Так, кремний, кремний, кремний. Это такие черные камушки, я помню, на земле валялись. А, вот там чертеж. Однако. Я ракеты разослал. И оно работает, да? Да. Успел? Половинку. А, на полшишечки успел. Так. Ну, пойдем дальше. Птички поют благодать. Попробую добраться до... Вот, то, что я там... Как-то оно не близко. Мне кажется. Так, нет, фибра была. Это сильно напоминает какую-то фабрику. Вопрос, что меня на ней ждет. Да, я зашел на фабрику. Здорово. Ага, прям сюда. И чего? А, здрасте. Ладно, не против. Хрен если тут из сундучков. А, пулемет можно? Самое главное, я сейчас не представляю, чего я вообще... Нашел, открыл и так далее. Ну, ок, ну фабрика. Такая, прям скажем, халява. Вот тут, кстати, тоже. Да иди нахрен, я богатство нашел, ты это... Финюку мне рассказываешь. А, я понял. Сейчас будем в Лару Крофт играть. Пробегал мимо. Но вы идею поняли. Надо тут не спешить. Оп, стой. Хе-хе.
что свет мигает страшно? Интересно, там мою машину зомби не доедают? Ну, я смотрю, какую-то срань я тут нашел. А, о-о-о. Так. Угу. И чем верхом лазил? Спаси, что полегче. А, молодец, хорошо прыгнул. А, я там не проезжаю низ. Потому что я не зря, наверное, прыгал. Ай! Я думал, я просто перепрыгну через верхнюю эту штуку. Ну как бы, и снова на площадку приземлюсь, недалеко. Понял. А я вас понял. Так, там вправо надо спрыгивать. А, блин, вот чуть-чуть повернешься в полете. И все. Так, ну сундук, я так понимаю, главный приз. Поэтому обязательно надо туда дойти. Прямо поперек прыгать, прям сильно поперек. Оп, вот так. Ну там второй раунд. Оп. Да иди ты нафиг. Давай. Апгрейд машина. Пистоны какие-то. А, пистоны, поршни. Так, мне туда наверх бы еще. Оп, обломись. Вот на это надо было, а я не... Оп, хе-хе. Я не знаю, это, наверное, не документированно тут туда лазить. Эй! Стой, не падай! Не, ну точно хорошая, раз он так спрятан. Так, это ночью нас зомби зазомбят. Да блин, тороплюсь уже, потому что. В таких условиях, там, не знаю, время должно останавливаться, мне кажется. Пока я тут с головоломкой-то развлекаюсь, а? Нет? Не должно? Так, там был еще чертеж, и была непонятная фигня какая-то, на карту похожая. Так, и чего? И ничего. И приехали, вот чё. Собака. Так, давайте поузну. Сам пока попрыгаю. Добрался. Сейчас узнаю, за что страдал. Да. Так, что-то надо выкинуть. Грибобаса выкинуть. Мне щит нравится. Ты кто? Медная руда. На что мы обменяем медную руду? Чего вы мне выкинете? На яблоки. Без яблок лишь. Оп, все. Ну, на самом деле так себе.
пошли отсюда, это была фабрика. Нет, я кремния нашел. В карман сунул и пошел. Ну что, куда, чего? А где моя машина? Хорошо, вопрос, да? Так, на дорогу вышла вот моя машина. Ну, я построю деревянный щит, но мне кажется, у меня более крутой щит сейчас с собой. Так, а ту можно снимать, а вот где-то там еще. Нет, сначала давайте сделаем. Так, щит. А, у меня, наверное, места нету, да? Считаю. Так, погоди, этот сундучок. Да, молчит. Так, это... А куда мне положить-то? Ёкарный бабай. Ну, даже не знаю. Морковку съел. Деревянный меч. Опять стихи. Блин, у меня есть инвентарь? У кого-нибудь тут есть инвентарь? Так, я душу туда бревен кину. А что такое? Оно само как-то. Ладно, что поехали, мне не жалко. Так, что мне нужны? Стики нужны, логи нужны. И мне надо будет еще ракету запустить туда, во вторую кучку. Где что-то интересное было. Так, бревен нашел. Надо палку найти. Но он с такой скоростью едет, что он может даже не париться. Так, а вот что у меня сундука нет, это фигово. Я бы не отказался. Так, что у нас с щитами? Ну, щит. У меня накованный железо есть, но он битый. Давайте возьмем. Меч, это было бы четко. Три палки. Три мало. О, все, я меч пошел делать. А ты куда ракету запулил? Что он тут висит? Странно. Моя неспешная машина едет. Так, ночью зомбаки нападут. И будут меня бить. Возможно, ногами. Так. Давай, меч, меч, меч. О, дубинка какая хорошая. Камень надо. Ну, я камни тут насобирал немножко. Надо еще насобирать. Из сундука, да, я с удовольствием, я люблю из сундука брать награды. А, я пройду. Знаешь что, ресурсы бы все куда-нибудь поглубже запихал. Что тут такое? Что это за хреновина? Ну там чертеж какой-то, а это хреновина. Натурально. Ночь идет. Я готов. Ну не передать, как я готов. Так, что я должен там закрафтить? Циркулярку. Веревки какие-то, елки. Веревки это тут? Да. Ага. Сколько надо веревок? 15. А, инвентарь. Блин, задрал ты меня инвентарь. Ну, я ничего не могу из него выкинуть. Из печи слова не выкинешь. Так.
Что у меня есть? И для красоты. Ничего нету. Блин, чё, на всем этом огромном корабле нет никакого инвентаря? Угу. Ну вот, сторож. Сторож. Стой, стой, стой. Вот написано же было. Погоди, иди сюда. Сундук водителя Павла? Только он может добавлять сюда? Вы что, издеваетесь? На кой черт я так все это собрал? Но у меня нет цензурных слов, просто по этому поводу. А главное, я выкинуть даже никуда не могу. Ага, я понял. Ну... Мне некуда девать просто. Оп. Инвентарь переполнен, и все. Куда удавись. Так, камней надо набрать. И меня будут атаковать зомби. Так, а меч я уже взял. А то. Так, давай сюда меч. А, вот место освободилось. Так, грибы нафиг, ко мне. А! Еще щит нашел. Так, зомби, не... Вон уже этот core-компонент надо защищать. Да, all costs, да. Побежали. All costs, все дела. Но я хотя думаю, бесполезно, они все равно залезут. Тем более, еще езжу так себе. О, вон аж где висит штука. Ну и что, зомби-то? А вон зомби бегут, смотрите. Так, они меня догоняют. Ну их немного. То есть мне надо каким-то пулеметом вам завести сзади, и хрен начал. Кстати, надо на консоли вот так поставить. И хрен начал. Сразу двоих. Так, погодите, я должен... покушать. А можно зайти они? Так, тут никого. А, вон они бегут. Слушай, точно пулемет назад надо ставить, они сзади догоняют. И вот надо сходить, там какая-то хрень лежит. Или не надо. Или надо двигаться вперед. Ну, то в истерику надо как-то убрать.
Он мешает. А, им лестница не нужна, они по стене ездят. Лазят. Да ты куда с ведром-то на голове? Меч хорош. Не выеживаться, мы все сделаем. Веревки осталось мало, правда, не страшно. Блин, далеко бежать. Ну, а на здание, мне кажется, сосредоточиться. Ты чего? Опять как странно. А! Погодите. Ух ты! Убили меня. А, спам. Я вообще устрою. Я бессмертный горец. Так, где вы там? Блям. А чё, блям? Всё, приехали. Так. Горец, блин, объяви горец. А меча нет. А дубина есть, ладно. Починено. Починено. Так, что у нас дальше? Дальше у нас сбор дубин. А, дубин. Дубин. Топор. Сбор веточек. Чтобы вам суслики приснились своими веточками. Я уже про веточки слышать не могу. Увезите меня в тундру, где нет веточек. Ну серьезно, я что, опять веточки сейчас буду ходить собирать? Тут дурдом какой-то. Веточки нужны для топора, веточки нужны для меча. Можно уже какое-то что-то другое. Не из говна и палок. Я бы сходил туда, но я не вооружен. Ну, у меня дубин, конечно, есть. Погодите, а где топор? Что я сделал с топором? Он у меня кончился? Он у меня кончился, наверное, да? Блин, как подсветку ресурсов. Оп, что было? А, волокно. Какое-то сделали подсветку ресурсов, я не знаю. Я бегаю, ни хрена не вижу. Какой нафиг operational? Я палочки не собрал. Operational. О, пожалуйста, нашлись палочки сразу. Я отсюда уехал откуда-то. Чё такое? Это подземные зомби, ладно. Нормально. Под землей есть зомби. Почему под землей не быть зомбям? Так. Топор, иди сюда. Вот. Еще ты там должен навить веревок буду. Утро красит нежным цветом и все такое. Зомбак. Я не знаю, где больше шанс веточки найти. Мне кажется, в лесу. Но как раз в лесу их и нет. Веточки.
Между нами надо еще насобирать. Так. Да зомби. Не попадешь. Ну, то есть ты фризить не буду, то не попадешь. Веточки. Флинты. Веточки. Оп. Флинты. Слушайте, это можно за мечом сходить. За мечом. Фу, за мечом. За ракетой. Которая там. Или лучше завести машину и ехать с ядрени фини. Черт его знает. Так, веревки надо сделать. Так, 15 веревок надо сделать, да? И меч. Инвентарь фул просто задрало, вы не представляете. А если я тут сюда положу? Нельзя? Можно. Я нашел хранилище. Отлично. Так. Ща, погодите. А вот тут хранить. Что вы думаете? Во. Так. Нужно дров, чтобы завести машину. Потому что без электричества эта штука не работает. Ну, я пока уже дальше двинул. Так, меч. Стоп, я еще щит сделал. Нет, я не мог. Я же веточки не тратил на щит. Короче, щитов у меня просто жопу дави. Кровать построить. Ну, кровать легко. Я прям сейчас ее построю. Не знаю, что с ней делать, но, видимо, где-то время как-то проматывать. Ну, как-то вот. Погнали. Так, я положил туда бревен. Так, где-то вот тут можно было засунуть, да? Форнейс. А... Погоди. Отдай, пожалуйста. Угу. Ну, мне так-то времени-то много не надо, наверное. Так, ладно, к тому зеленому экрану больше не хожу. Так. Первая скорость. Вот тут жерло бросать удобно. Смотрите, так. Опа! И оно сразу поехало. А пила должна завестись. А ракета больше не светит. Ну ладно. Да, пилится. Все нормально. Так, а я пока кровать построю. Да прям тут построю. Здоровье регенерит. Ага, понятно. Ну хорошо. Мне слово. А, я догадываюсь, что от чего она защищает. Если я вот эту штуку поставлю, огорожу стенки. Стенка. Факел. Но я бы не отказался еще стенок поставить. Уж больно оно хорошо получается. И все, огородить, и вообще офигенно будет. Так, ладно, факел. Где у нас факел? Март
Квартира какая-то. Ловушка. Ловушка тоже хорошо. Факела не вижу. А, вот, вижу. Так, из сундучка взять какую-то мортиру близкого радиуса. Не знаю, что. Ну, давай иди сюда. Так, теперь надо построить. 30 планок. 10 веревок. Хорошо. Давай 10 веревок попробуем запилить. 11 даже веревок. Так, 10... Планки, да, нитки. Резина, да, резина. О, резина. Так, планки. Ну, планок прилично будет. Так, сух ниток. 20, блин. Приехали, резины нет. 7, 11, а еще зомби надо набить. Так, а еще меч надо сделать. Ресурсов нет. Блин, бревна кончились. Недалеко, я уехал, кстати. Кстати, у зомби были недалеко. Топор кончается, блин. Зомби. Он зомби. Опа! Так. Ну-ка, ниточек мне. 7 штук, нормально. Ну, не ниточек, это фигня. Ну, вы поняли. Хорошие вещи валяются. Веточки. Флинты. Блин, флинты по 8 собираются. Офигенно. Так. И что? Ну, сейчас мортиру-то поставлю, наверное. Как он опасно едет тут. Застрять недолго. Так, я хотел все огородить. Ну ладно, успеется. Так. Резины. Ну, ёкарный бабай. Пили. Резин сюда. Так, ниточек нужно 20. То есть еще 13 ниточек. Еще 6 ниточек. У меня резины нет. Ну сейчас напили. Так, еще 6 планок. Сюда. А, так меч. Опять бревен нет. Да иди ты в сосиску. Так вот. Ну там щит скоро приедет. Будет все хорошо. Так, давай резину дальше мне делай. Он мне не должен делать. Он мне резину делает. А ниточки по одной делаются. А, блин, тряпок нет. По две тряпки уходят. О, офигенно.
Пойду еще зомби побью. А что тут дымится? А, костерок. Зомби, привет. А, мне тряпочки нужны, веточки тоже нужны. Десять тряпочек разом, отлично. А вот это что такое? Я тоже хочу такое достать, нет? О, еще не застрял. Так, все, обратно. Так, 4 штуки надо нитки. Готово. Что нужно построить? Мортиру. Ну, сейчас я вам мортиру тут построю. Вам мало не покажется. Так. Сейчас мы всех замортирим. А, найти... чертеж кирки. Ага, хорошо. Ладно, зомби пока нет, я пока побегу. Нет, ну я не побегу в ночи добывать-то. Опа-на. Я побегу. Еще дерево рубану, наверное. Потому что остановить-то машину я в любой момент могу. Приготовиться к приключению. А, все, приехали. Приготовились к приключению, да. Так, ну я полностью готов к приключению. Я сейчас еще дров в топку закину. Буду вообще пипец как готов к приключению. Опачки, езжай. Это важный капитан. Что такое? Ну когда зомби поедет, я тормозну. Состоящий, чтобы стрелять. Ну, не скажу, что я далеко уехал. Как раз я, наверное, сейчас подъеду. А, слушай, давайте вот эту. То какого фига? А что мне на нее надо? А, планки нужны. А у меня планки нету. Ну, планки у меня вообще есть. А, я не знаю, что зеленый свечусь. Почему-то. Так, и, по-моему, вот это еще опасное у меня. А! Ладно, не страшно. Ха! Вот так. Курите бамбук зомби. Что бы еще сделать? Какую еще фигню учинить? Так, у меня один меч и одна дубина. Знаете, сделаю-ка я себе еще один меч, если получится. Досок и веточек не хватает. А, ага, хорошо. Топор. Так, теперь у меня веточек еще меньше хватает. Ладно, как заорёт, что зомби, я тогда это кинусь спасать. Ну, бревен у меня сейчас, думаю, выше головы. Веточек надо где-то. Веточки — основная забота. Я уже понял. Вон зомбаки ходят. А над ними ящик стоит, слушайте. Да идите вы в пень. Да-да-да, именно так. Над вами ящик стоит. Ценный. Наверняка.
Так, вот отсюда надо бежать. Вон он. Богатство. Ну, не сильно богатство. Согласен. Именно такое оно и есть. А вы не знаете, где веточек собрать? Я вот веточек собрал. Еще на один меч. Давай на ту сторону бегаю пока. Но нам под колесо не попасть, своей же колымаги. Ну что, он не орет пока про нападение зомби. Может, это ночью не будут нападать? Я правда не вижу ни хрена в темноте. Там не до веточек. До веточек. Ой, блин, тьфу. Заики станешь. Почти скример. Стоп. А машина-то где? А, вот она. Хорошо, она большая, не заметить невозможно. Так, я так понимаю, на эту ночь меня оставили в покое. Видимо, в честь того, что я пулемет поставил. Так, ну я веточку надрал. Мне, пожалуйста, меч еще один выдайте. Не надрал. Это ты думаешь, что веточек надрал, а веточек нет. Слушайте, я проезжаю мимо уже. Game saved. Так, я уже мимо почти проехал. Мне сейчас останавливаться надо будет. Для меня туда уезжать. Вот у этой скалы, наверное, надо будет встать, и нормально. Поддаем. А я бы сказал, дальше дорога там закрыта. Ладно. Сад чей-то. Веточки, ау. Не, ну серьезно. Ага, бегает. Не, даже не думай. Блин, пипец, веток нет. Как они предлагаются? А, не отрисовалось просто, нормально все. Можно дальше ехать. Но же утро. Ветки вижу. Да, именно. И я такого же мнения от тех, кто ветки сюда не кладет. Вибиало такое. Йоу, да. А, тут с ветками сидишь, зараза. Так, сейчас я делаю себе второй меч. Как ниндзя с двумя мечами иду за чертежом. Ночью, да, на нас нападут. Слушайте, может... Не, ладно, остановлю. Куриц стоит. Не вижу смысла оставлять его двигаться, потому что мало ли что там. Нормально. Так, теперь мне нужно будет выложить имущество. О, я обратно могу укладывать, отлично. Так. Меч еще один. Ну все, я готов. Бубуту два меча, погнали. Хорошо, что они сделали, что можно спрыгивать, не бьешься. Иначе достало аккуратно слезать. Так, за маками не деремся. Не деремся за... Ёлки, у вас сколько? Да идите в пень. А, ну понятно, это кладбом. Что тебя там забаговало на этом заборе? Это кладбом. Не орать. А, вот так. Yeah.
Косточки. Вы не умеете отступать, да? Так, ну какой размен мне не очень нравится. От дубин-то вообще ничего не осталось. Так, мужик в ведре. Погоди. А, я не поел. Я не поел. Понял. Ну что, я не зря остановился. А, ага. Все оружие у меня осталось, отлично. Угу. Не отлично. Так, ну мне надо ягоды найти. Вот ягода. Блин, они надоедливые, эти зомбаки тут, пипец. А, не долетаю. Ну, зато я с толку сбиваю. Я надеюсь, они тоже не долетают. Да. Поесть надо было, чтобы восстановить здоровье, а то я с последним сердечком там шел. Как лов. И не надо... Ну да, на кладбоне где-то тут. По нему видно, что это такая локация. Босс, может, будет. Не знаю. Шуруп, новое что-то. Ну так, поесть надо, поесть. И все будет. Так. Ну чего, рогатка у меня была. Вместо дубины. Да-да-да. Так tonight. Так. Там, блин. Погоди, погоди, а чё, куда меч? О, щит делся, вернее, не меч. Блин, как ты так? Я же после предыдущей же полечился, нет? Или у него какой-то удар особо сильный? У меня вроде еще оставалось сил на удар его пережить. Блин, только не отрезались. Будет еще печально, если отрезаться. Так, давайте я тут буду побегать. Да, блин, беги ты, он не бежит вообще. Сказал ты, твой фьюл куда девать? Оп. А, зомби. Ладно. Да блин, он с шифтом бегает, пипец. Умудрится нажать, чтобы вперед и шифт, это прям... Ага, не отрезались, отлично. А, он бьет сильно, все. Ну, дубину, дубину, дубину. Я что угодно выкину, чтобы дубину взять. Че я выкину? Тряпку я выкину. Так. Опять чуть не забыл. А что, можно же заходить, нет? Блин, не попадаю. Mm-hmm.
Мне кажется, они матерятся. Да, Night's coming soon, согласен. Вот чертеж добуду, и Night's coming soon будет. Кто еще тут? Кончились? Кажется, кончились. А чё, куда, где? Зачем? Вот сундук вижу. Чертежа нет. Я выкину что-нибудь. Дубин, например. Так, это что такое? И что? Блин, ночь наступает. Еще машину там ломать будут. Ну, это понятно. Это ж прекрасно. Как туда попасть? Погодите, а в тех что-то было? Ты как же тормоз, ты медленно бегаешь, зараза. Ключ. Блин, побыстрее можно? Да уже потом морковка-то идет. Нужна она мне. А! Ага, я понял. И чё? Ничего. Я видел, что туда. Немножко попутные ресурсы. Маркеры я видел. И чего? А, пропрыгать. Ага. Лара Крофт, Лара Крофт. Оттуда вы, серьезно? Ой-ё. Слушай, он спокойно тут живет, разработчики. Опа. Ой, разработчики. Так, разбираемся, что мне нужно. Да зомби, зомби. Деревянный меч, но... Все. Да блин, упустите. О, застрял? Нет, не застрял. Так, мне отбежать? Мне там машину разберут. Я уже бегу. Иду, 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 не нуди. Да, да. Бегу, блин. С другой стороны, там все ветками, ну нет, ветками. И я тоже.
А ходу... Чувак, ходу... Пусть они его ломают. Так. Отбился. Что? Закрыто, да? Фух, чудом. Чудом вообще. Так. Нормально. Так, готово. Ничего, бомбарда работает. Мне понравилось. Так, что у нас тут? Сделать кирку. Так, ломайте пока, ребята. А, мне там не жалко все равно. Блин, а чего вы за мной бегаете? Вы машину ломаете? Так, давайте. О. Блин, мне косой пень, походу. Но надо привыкнуть. Пристреляться. Что-то он до сих пор ракет стреляет. Так, меч. Чё, стоит такой, а чё вообще? Зачем? Full speed ahead. Так, расстреляем. Так, есть подозрение, что я опять промахиваю. Ай! Чё, он 40 принёс дамага? Серьёзно? Так, чё у нас? Щит надо на подготовку поставить. Так. Давай. Эй, ты в ведре. Правильно. А, стой, ты куда? Да ты это... Все? Тоже. Так. 66 доз. Ну ладно. 75 досок. Так, что мне нужно? А, деревянную кирку. А, деревянную кирку. Добыть камни. Ну, я, в принципе, не против, но у меня, блин, тут пипец. Не рассчитана игра на такого любителя лута, как я. Вообще не рассчитана. В стружку превратить. Тоже нормально. 40. Резина. Так. Эти тряпочки пока тоже сюда положу. Так, что нам надо? Камни добыть сколько-то. Сейчас добудем. Камень, я так полагаю, ну это вот тот, который вот тот.
Так, что нужно... А, швейный стол. Так, сейчас еще камни надо добыть. Не знаю, машину-то запустить или не надо. Хрен его знает. О, ниток надо кучу. Ну, я вроде зомби набил. Отлично. Я, наверное, машину запущу, поедем дальше. Ну, там свежие веточки, все, я же веточки вокруг не собрался. А я дров-то привез. Похрен не знаю. У меня это... Проблема с инвентарем. Ничего не влазит. Так, я могу уже каменную кирку, каменный топор, наверное, делать, да? Так, иди сюда ниточками будешь. Иди сюда ниточками будешь. Погодите, а что у меня инвентарь пустой такой? А, у меня камень, потому что. Так, ниточек. 12. Готово. Так, камень отдай обратно. Туда давай. Камень сюда давай. Блин, пипец, вот сюда. Так, ты тоже туда давай. Work... Нет, нет, тейлоринг, меньше тейлоринг. Тейлоринг, тейлоринг. Вот он. Ну, можно и тейлоринг. Так, тут уже место особо. Не место. Взрослый камера здесь ставить. Трейлайн апгрейд. Фабрик скраб. Фабрик скраб 30. Смешно. Шестеренок. Так, утилизационный пояс какой-то. Ну, инструментальный пояс. О, лук. Прекрасно. Так, деревянные шестеренки и 5 веревок. Веревка у меня. Кстати, у меня прям уменьшается на глазах этот карман, да? А вот это тоже выложу. Так, 5 веревок. И деревянные шестеренки. Еще из досок и камня. Камня нет. Доски есть. Полный инвентарь просто вымораживает. Вы не представляете как. Две шестеренки. Шикарно. Надеюсь, вас не распилит. Пойду за камнем. Эй. Ну, с камнем все легко. Зомби где-то рядом бухтит. Камни насобирали. О, тут камни этого. Нахрена, чем на будущее. Ой, сейчас 14 уже бегу. Какая длинная демка, да? Ну ладно, если прям совсем длинная будет, я на 2 поделю. Ах ты ж собака. Короче, она по времени.
Короче, поиграли. Ну что ж, она повременная. Я надеюсь, я довольно далеко прошел. Знаете, буду затаскивать маэстро в кооп и будем ее проходить, ну, когда она выйдет. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.